Всем привет, сегодня посмотрим обновление проекта в Майнкрафте The Curse of Evil Emily. The Curse of Evil Emily Alpha 2. Вот смотрите, мы стартанули. Прямо от дома, как раз таки вот вывеска. Ну-ка, можно ли попасть в дом? Нет, стоят снова барьеры. На шифте это что такое? Камень. Смотрите, реально камушек вот такой прям каменный. Что? А если кинем? Не разбивается стекло. Так, а может просто реально бить им? Давайте проверим. Да, мы просто бьем камнем стекло. Так, а руками можем разбить? Давайте проверим. А, ну тоже могли. В принципе-то, во, здесь можно прятаться. Неплохо. А, оказались за холодильником. Уже даже появляется некий намек на механику. Камень можно выбросить. Как какая-то награда смотрится. Это у нас печка. Yes. Появляется ресурс пак. Успешно заполнено блоков. Есть ключ от дверей. И как с ним обходиться? Барьеры пропали. Вот же мы только что заходили, они были. Фантастика. А, кстати, если мы ключ уберем? Какие у нас двери не открывались? Вообще же все. Это... А, уже открывается, все. Так смотрите, он камней так сколько раскидал. К каждому блоку снега разработчик подкинул камень. Ножницы по металлу. Забираем. Мы дом хитрым образом обошли. Так, ну-ка, а к тебе как попасть? А, да неужто только через низ? Смотрите, реально механика в игре уже есть. Эта дверь закрыта с другой стороны. Нам подсказывают. Давайте попробуем попасть в подвал. Берем камень. Звезды на небе. У нас сегодня игра с шейдером. Разбиваем. На кнопку жмем. И нас потихонечку перемещают в подвал. Ура. Это что, ветка? Точно, ветка есть. Ой, мы взяли снова камень. Ветка очень далеко лежит. И ступеньку поставим обратно. Как будто здесь и была. Все, ветка есть. Давайте все посмотрим. Ножницы и ключ. Пока что мы с вами нашли такие три предмета. Заброс. Открыли. Yes, no. Это доска Уиджа. Для гадания. Это у нас череп барана. Что еще есть? Так, а если мы откроем, можно зайти. И прихлопнуть себя. Ну, видите, уже есть ресурс пак доски. Ламяра. Теперь наконец сможем выбраться. Можешь кидать? Так, ну таблички мы тоже забираем. Сбиваем доски, чтобы выбраться. А, ну здесь очень быстро открыли. Все. Таблички выкидываем. И у нас еще один трофей, это лом. Сейчас мы с вами пойдем на второй этаж. Так, здесь картин нет. Получается, в третьей альфе у нас появятся и другие предметы для прохождения игры. Типа части дробовика. Это ванная комната. Можно также здесь спрятаться в вагонетке. Так, что у нас самое красивое? А, мы ножницы-то кинули, они у нас растворились. Пока что будет лом. Вот такой шкафчик есть. Ох ты, обрывок водки. Уже есть. Вот так выглядит. Похож на часть подарка. Медальон Эмили. Что, смотрите, это песочные часы. А это получается буква Т. Типа Топси. Вау. Неплохая такая пасхалочка. Разработчику за это спасибо. О, еле заметил. Кроличья лапка, такая малышка. А, так игра получается проходится. Смотрите, похоже на смеющееся лицо, смущенное. С розовыми щеками. Кто то же самое видит, напишите в комментариях. Теперь мы это все с вами понесем в подвал. Ах, ты здесь не угадаешь. То есть просто кидать? Да не, нереально. Ведь это пока просто демонстрационные образцы.
Хотя... Или хоть куда? Да неужто? Камень? Не, камень мы не будем ставить, выкидываем. Ключ есть. А, так медальон-то на голову ставился. Вот он-то как раз и не ставится. Вот именно на голову. Давайте повнимательнее посмотрим, может даже есть где-то прядь волос, к примеру, в ванной. А, так я даже не заметил, у нас стулья теперь есть настоящие. Такой царский прямо, обеденный стол. Если у нас здесь будет царь сидеть, здесь сидят его придворные. Ванная комната. Где-то могли мы потерять прядь волос. А, кроличью лапку не поставил. Прядь волос в раковине оказалось. А что нам еще нужно было? Видите, мы прядь волос взяли без крючка. Скорее всего, в следующем видео по прохождению этого проекта будет уже прохождение его. Прядь волос. Круче лапка. Часть Уиджи мы с вами не находили. Нам же ветка тоже не зря дана. Получается, где-то есть обрывок ткани. Не вижу. Так, ну я все места-то помню. Здесь нет. А кстати, а что если вообще в этих шкафчиках посмотреть? Теперь уже ничему не удивлюсь. Разработчик сделал очень много предметов. Пока что почти все. Ах ты. Ветка. Лучше с пустыми руками это все делайте, чтобы не потерять. Что? Часть Уиджи есть. Мы нашли тебя. Но мы еще обрывок ткани сами не нашли. Он может быть еще в одном месте, вот здесь. Вот он, ура. Веткой что ли? Кусок одежды взяли, yes. У нас все есть полностью для прохождения игры. Сейчас будем пробовать. Первоначально думаю, что игра не проходится. Мы с вами все собрали для его прохождения. Бам. Часть Уиджи кидаем. Удален один из предметов, смотрите. Часть Уиджи уже на доске лежит. Вот это да, я даже не заметил. Ну-ка, если взять. Короче, лапа, вы только подумайте. Мы сегодня с вами смогли пройти игру. Вот это проект. Разработчик в такие кратчайшие сроки смог выпустить обновление с полным прохождением игры. Единственное, нет конечной сцены. Давайте на этом видео закончим. Разработчику спасибо за обновление проекта. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать видео по данному проекту и не только. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.